перед каждой тренировкой мы разминаемся обязательно сверху вниз, разминаем все тело, все суставы. Начиная с головы, наклоны головы вперед, назад, вправо, влево. По кругу вниз, по кругу наверх, наверх. Дальше разминаем плечи, прокручиваем их вперед, назад. Дальше руки в стороны, разминаем локти по кругу. Кисти вращаются в одну сторону, в другую сторону. Дальше наклоны корпуса. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Закончили и в стороны. Наклониться как можно ниже, хорошо растянуть свой бок. Дальше по кругу наклоняем корпус. Таз на месте, в одну сторону и в другую сторону. Таз не двигается. Теперь наоборот, двигается только таз. По кругу стараемся максимальную амплитуду держать и в другую сторону. Отлично. Разминаем колени вперед-назад. Затем по кругу. В каждую сторону. Голеностоп разминаем по кругу в каждую сторону. И вторую ногу. Отлично. Суставная разминка окончена.